Так, ну что ж, хочется снять небольшой обзорчик того, что мы забыли в Турции из-за перевеса. Забыли, конечно же, в кавычках. Да, это то, что нам сейчас всем пригодится. Ой, я не поняла, откуда мыло столько? В общем, представляете, заказала одно мыло, а положили 4. Походу, какую-то акцию я выиграла, я даже не знала про эту акцию. Ну, ничего себе. Ну, конечно, очень приятно. Прямо мега приятно. Да, я знаю, что оно очень вкусно пахнет. Вот это мыло идет 65 грамм. Да, ну, спасибо, конечно, Faberlic за подарки. Ну, это клево и классно. Посмотрите, какая милота. Артикул 2971. Это мыльце не пересушивает кожу, ничего. Вот иногда, знаете, бывают такие подарки, которые... Что, они у меня сейчас в Беларуси, в Кыргызстан поедут? Конечно, только так. Ой, вообще. Дальше. Решила взять себе мочалочку помыться. Она идет с кусочками мыла. Оно мылится, ну так, не особо хорошо, но мне очень нравится именно мочалочкой мыться. У нее очень яркий аромат апельсиновой меренги. Артикул 910-335. Тоже такая вот красотюлечка. Хорошулечка. В общем, будем пользоваться. Да, вот видите, такие тут везде по периметру кусочки мыла наложены, разложены. Она такая плотненькая. Хочется уже с мочалочкой помыться. Очень-очень яркий такой аромат. Мне кажется, такую ванну положишь, и месяц целый будет запах держаться. Очень классный. Дальше, что я взяла себе? Закончился у меня с артикулом 1247. Очень крутой крем для век. Он прям наикрутейший. Он идет как для поднятия верхнего века. И, конечно, тут еще идет в составе и увлажнение, и выраженное действие против провисания верхнего века и возрастных изменений. И оно служит как альтернатива блефаропластике. Я его вообще очень люблю. Артикул 1247 у него. Давайте смотреть. Да, вот такая вот красота. Так вот нажимаете, и можно даже массажик этой штучкой поделать. Но я просто так вот наношу на веки, мне очень-очень оно нравится. Ну, как бы для меня, как 40+, это вообще супер вариант. Поедет со мной в Кыргызстан, и в Беларусь, в общем, везде поедет. Далее я решила заменить спонж. Артикул 910-243. У нас очень крутой, качественный спонж. В каких бы поездках я бы где спонж не забывала. Покупала и в магазине, и всякое. Ребят, наш спонж очень сильно отличается от магазинских спонжей. Прям крутой. Далее, конечно же, взяла доченьке такой вот бальзамчик. Ее то укусит, то еще что-нибудь. Детский крем. И мы решили ее просто так легонечко, кремчик на руки вот так нанес. И ножки, там спинку, попку, все помазать. Тоже очень-очень красиво, классно и прикольно. Красота еще та. И он идет без запаха. У меня его моя мама любит. Вот все, что идет без запаха, это любовь прям. Артикул 3365. Дальше. Наши зубные щеточки. Взяла всех цветов. У Викуси своя детская. С собой взята, да. Тоже в магазине сейчас покупаем детскую, потому что такая ей, конечно, неудобно прочищать. Слишком она большая. Мы пробовали взрослую. А детских пока Faberlic нету, к сожалению. Зелененькая. У нас идет с артикулом 910-331. Тут щетина у всех. Она идет с угольным напилением, которое эффективно очищает все зубы. И щетина разного уровня, и также вот эти силиконовые элементы по краям щетки, они массируют десна, да, то есть вот такая красота. У черной это папина 117-48, у лиловой, это я Катюшке взяла старшенькой, артикул 910-332, и у беленькой, я все белое обожаю, просто обожаю все белое, артикул 117-47. В общем, это нам щеточки на месяц. Дальше гель для бритья, тоже Антохе на месяц, потому что очень много что... Получается, забыли. Вот такой вот гель прозрачный. Ему очень удобно именно гелем пользоваться, потому что у него много всяких родинок всего на лице. И гель дает возможность все это увидеть, не срезать, не порезать, чтобы не было крови. Артикул 2962. Очень вкусно пахнет. Дальше это моему воспитателю у Вики. 60+ фитокрем дневной и 50+ фитокрем ночной. 60+ не было, к сожалению. Вот это ей, потому что у нее уже тоже все кремы закончились. Значит, у 50+ артикул 0762, у 60+, 0768. Очень хорошие, качественные кремы. Тут можно и аннотацию, и все почитать. Прям шикарные очень кремы. Великолепные. Мне очень нравится. Никогда ни у кого на них ни аллергии, ничего тоже не было. Дальше. Вот такой вот бальзам. Глубокое восстановление. Очень скучала по нему. Очень мне нравится он в поездках. Артикул 1881. Всегда, даже если вы пользуетесь маской для волос, нужно обязательно после маски даже бальзам, чтобы он закислял, чтобы чешуйки на волосе распрямлялись, и чтобы
чтобы происходило, ну, вот это как раз закисление среды, и чтобы волосы были крепкими и не ломались. То есть вот такой бальзам, глубокое восстановление как раз идет. Он очень приятный, клевый, классный и вкусный. Держится на волосах шикарно, и запах у него такой, нежная легкая сластинка. Так, это пару бальзамчиков моей Екатерине Андреевне. Она у нас волосатая, как я смеюсь, у нее волосы по попу, густые, клевые, классные. Надеюсь, что на месяц хватит ей. Ну, там еще у нее будет. Вот, ей, конечно, этого мало на месяц, но мы 3 недели будем всего путешествовать. Артикул 7724. Питательный бальзам для всех типов волос. Сакура. Он тоже клевый, классный. Смотрите, как тут еще упаковано. Давайте будем открывать. Так, красота. Вот такой вот он розовый, приятный, красивый. Супер просто. Видите, как отливает таким жемчугом. Очень симпатичный такой. И запах у него такой сладкий, нежный, хорошенький. Да, именно идет питательный с сакурой. Дальше у всех начали трескаться губежки. У нашей Викуськи тоже. Поэтому заказала ей вот такую красоту. Это детский бальзам. Получается обычный детский бальзам для губ со вкусом апельсина 3+. Артикул 0939. У него нет никаких цветов. Он достаточно такой не сильно мягкий, не сильно твердый. Цвета от него, видите, практически никакого. Запах нежный, очень-очень приятный запашок, поэтому вот это Викуся. Дальше, значит, что мы еще заказали на месяц? Катюше умывалку, еще одно мыло. Ну, спасибо, Фаберлик, задарил. Да, реально задарил. Так, дальше. Мягкий гель для умывания с антибактериальным эффектом. Он реально глубоко очищает, очень хорошо тонизирует кожу и очень хорошо, если им умываться утром и вечером, убирает воспаление с лица. Мы уже проверили на практике, поэтому эта штука крутая. Но из этой серии я еще кое-что заказала, чтобы оно друг с другом сочеталось. Вот, поэтому артикул 0,5, 89, 150 мл. Это моей старшей дочке. Нам 23 годика. Так, вот так открою. Вот, посмотрите, такой вот он густой, прозрачный. И чем-то мятненьким таким пахнет, приятненьким. Такой хорошенький. Да, такой у него ментоловый привкус, очень хорошенький. Он густой, его прямо надолго хватает. Мне кажется, на им 3 недели будет пользоваться, и все равно он останется. Далее у нас с вами идет такой вот фитобальзам. Это Вике смазывать носик. Артикул 28-27. Он идет, во-первых, для предотвращения различных видов инфекций, потому что через него сложно носику будет что-то подцепить. Во-вторых, он мятный, приятный. И, в-третьих, он даже лечит насморк. Им можно смазывать межбровное пространство, пазухи носа, вот где щечки, да, под глазками и так далее. То есть он такой. И, конечно же, сам носик и в носике. Очень нежный, приятный крем. Мы Викуське на пальчики так вот выдавливаем его. Она вот так делает. И раз-раз носик, и все. И уже хорошо. Так, дальше, конечно же, средство для интимной гигиены взрослое, густое, долгоиграющее. Я без него не могу. В поездках это мой must-have, во все поездки я его беру. Артикул 8722, у него еще есть приятный бонус, он с афродизиаками. Да, очень удобный носик у него и все такое прочее. Дальше. Очень мой любимый спрей. Тут челлендж по Faberlic Drive выполняла с превеликим удовольствием. Очень мне понравился этот крем-спрей для волос 17 в 1. Давайте с вами посмотрим. Вот он начинается, то есть он, смотрите, такой вот густой. Вот так вот, если побольше набрызгать, то видно, да, он такой вот, видите, густенький. Вот этого, кстати, хватит на мою голову, но не на Катюшке. Ну, конечно, Катюшке надо слегка побольше. Он делает волосы рассыпчатыми, блестящими, клевыми, классными, если не перебрать, как бы, да. Очень понравился. Это и термозащита, и от солнца защита. В общем, все вместе. Очень хорошо, что он был выпущен именно до поездок. Я его с собой вот 2 штуки взяла. Один себе, один Катюше. Артикул 2.00.10. 210, можно так сказать. Идет 100 мл. Очень крутая штука. С ним делается классная укладка. То есть он еще позволяет сделать укладку хорошей. Так, дальше. Перед выступлением, у меня было 3 выступления, я взяла 3 масочки. Все-таки с собой много не хочется всего таскать. Но перед выступлением обязательно я буду делать 3 масочки. У меня осталось 2 выступления и 1 встреча. Вот я взяла. Очень хорошо выравнивает лицо, очень хорошо его омолаживает. Поэтому для меня это просто маска та самая, которой очень сильно не хватало вообще в компании Faberlic. Артикул 1384, гидрогелевая маска для лица. Она так и идет с множественными преображающими эффектами и интенсивностью.
активно увлажняет, восстанавливает, разглаживает кожу. Это все правда. Также гидролизированный коллаген в составе маски оказывает омолаживающий, подтягивающий эффект, улучшает контуры лица, сокращает количество и глубину морщин. Это все правда. После первого применения уже это ярко выражено. Ну, конечно, молоденькие девчонки на себе не заметят. Она такая синяя, прикольная. Тут увидите, вообще классная. Мы ее делали, лицо прямо на ура преображается. Кто еще не пробовал, пробуйте обязательно. Дальше шампунь. Это себе заказала доча. Плюс 200%. Это концентрированный артикул 1998. Его надо намного меньше, чем основного шампуня получается. Такой вот он густой. Вот этой капельки хватит, чтобы помыть целиком голову мою. Катюшке можно еще на разочек побольше. И вот такого количества хватает на два раза. На один раз, вернее. Видите, он какой густой. Он реально концентрированный. Плюс он еще идет с маслом амаранта и биотехнологическим комплексом. То есть очень хорошая штука. Далее мужу. Шампунь-гель для душа, но он его использует как гель для душа 13-12. Просто обворожительный, классный у него аромат и консистенция. Консистенция тоже густущая. Я думаю, что на 3 недели ему за глаза такого вот прозрачного, классно пахнущего, ароматного очень геля для душа. Так, далее лак, конечно же, для волос. Куда? Какие прически без лака? Для волос 2707. Я выбираю именно этот лак. Он мне очень нравится. Поэтому я взяла с собой один лак. Но лак нам пришлось оставлять там. Я его, конечно, до конца не израсходовала, но, к сожалению, пришлось там оставлять. Вот еще Катюшке Доктор Кор. Умывалку я уже показала. А это шейк-лосьон антиакне. Протираться. Артикул 0590. Тут, конечно же, мелкая аннотация. Но вы почитайте, посмотрите и увидите, как классно. Вот, увидите, какой классный у него состав и все такое прочее. Он реально очень хорошо от акне помогает. Мне нравится. Так, следующий тоник. Ну, это идет и как тоник, и шейк-лосьон. Это все вместе, два в одном, Доктор Кор. А вот этот идет с артикулом 6782. Это восстанавливающий тоник для лица. 40+, как раз у него идет. Он тоже такой же жиденький. То есть, видите, как водичка, тоничек идет. Такой хорошенький. Он очень хорошо и увлажняет. И идет как восстанавливающий тоник для лица. Уже восстанавливает кожу. Ну, Renovage, это линейка 40+. Очень нравится. Запах очень у нее приятный. Дальше еще такой вот себе тонер для лица заказала. Это тоже что-то типа тоника, да, только он еще идет как насыщает кожу влагой и выравнивает тон, рельеф, обеспечивает упругость, снижает чувствительность к внешним раздражителям. В общем, тут очень такой богатый, классный состав. И я могу сказать, что это просто обворожительная штука. Так, значит, артикул 1393 у него. Он уже идет как эмульсия, такой густой, что ли, я бы сказала. Такой густенький, все тут как заклеено приходит, да, такой густенький и слегка беловатый, но на коже не видно, потому что он слегка беловатый, и чувствуется такая склизкая немножко эмульсия, потому что он идет ухаживающий, это не просто тоник, да, как говорится, крем без тоника, деньги на ветер, но это не просто тоник, это еще и ухаживающая эмульсия получается. Далее, а вот шампунь-то, Катюш, твой, глубокое очищение, я попутала, значит, тот-то мой все-таки, значит, это масло дикой морошки тут в составе идет, шампунь глубокое очищение, он как раз идет для жирных волос. У Кати жирные волосы, и он очень хорошо очищает. Артикул 0191. Тоже такая красота. У него очень обворожительный аромат. Прямо приятный запах. Давайте с вами чуть-чуть его капнем. Вот такой вот он. Он очень густой. И яркий такой аромат вот этих вот лесных ягод. Прям приятный. Пенится. Тоже очень круто. Далее, не знали, что в вип-новинках будут дезодоранты. Я вип-новинки тоже заказала. И, конечно, это мы заказали Катюше. Ее, можно сказать, один из любимых дезодорантов. Так, в другую сторону. Господи, чуть резьбу не сломала, да? То есть он таким вот образом выкручивается. Не маленький. Защита 48 часов, на мой взгляд, больше. Потому что где бы мы ни были, на самолетах, пересадки, поезда, вот это все. Вот вы знаете, он справляется и дольше, чем 48 часов. Штука классная. Катя любит именно такие сухие или спрей тоже она любит. Это ее любимый аромат. Катя, чем он пахнет, как ты думаешь? Мне кажется, хлопком. Хлопком, да? Ага, артикул 37-16. Я просто не знаю, тут написано, тут же skincare, где тут нету? Satin Care, вот это вот он называется. Запах не могу понять. Ну, очень такой свежий, не приятный знаю. Аромат. У них какие-то, у всей линейки, у них особенность в том, что запах, скорее всего, не ярко выраженный, а, знаете... Нежный такой. Да, какой-то нежный такой нюдовый аромат. Просто как такой должен быть. То есть у тебя не должен быть антиперспирант с малиной, например, очень ярко выраженный, если ты на себя... А как будет звучать тогда парфюм, да? Да, парфюм будет вообще отвратительным. Да, дальше, значит, мицеллярный лосьон. Мне пришлось выкинуть больше половины.
из-за перевеса. Ну, конечно, 53 тысячи рублей за перевес, как заплатила, знаете, проще новое заказать. Артикул 2819. Далее, это мой гель для душа. Баблгамовый я его называю. Арбуз и дыня. Обычный, клевый, классный, хорошо пенящийся гель для душа. Просто яркий, приятный аромат. 2875. Далее, это девочкам в номер. Тоже на двоих. 2878 гель для душа. Это уже идет такой со сластинкой, с кислинкой лаймовый, да, как Катюша любит. Далее, детский гель для душа. 3+. Банановый аромат. Тоже Вике, думаю, хватит его на 3 недели. 2881. И детский шампунь-бальзам с артикулом 2809. Аромат клубнички. Вика их, в принципе, любит. Поэтому здорово и классно. Парочку сухих шампуней. Один мне, один Катюша. Я себе для темных волос заказала, потому что темно затонировалась. В эту поездку у меня темная окраска. 2870 артикул. Очень хорошо справляются. Это нам тоже все на 3 недели. Это тоже бальзам Катюши. Получается бальзам Катюши 8750 артикул. Это гель для подмывания, мой любимый аромат. Мне кажется, что одного нам мало на два номера. 3372. Аромат кварца очень-очень приятный. Дальше детский гель для подмывания. Ну, ей вот на 3 недели не хватает. Знаете почему? Потому что она очень много выдавливает. 3+. Идет 3266. Сейчас прошу много не выдавливать, но он очень хорошо ухаживает за детской кожей. Далее мужу вот такой дезодорант. Все-таки он меньше весит, меньше места занимает. Ультра, эффект до 4 дней. Артикул 14.37. Вот. Ну, в душ мы, конечно, каждый день ходим, хотя говорят, что это вредно. Но вот... А, еще вот спрей. Спрей для волос. Такой вот очень классный. Это Викуси 100 мл, артикул 2810. Для легкого расчесывания, для заплетения, для всего. Как бы очень удобно. Косички такие ровненькие, блестящие, гладкие с него получаются. Очень нравится, прям вообще я в восторге. Дальше термоядерная зубная паста Екатерине Андреевне, которую я терпеть ненавижу. А мне нравится. Вот, она только ей пользуется, а я вообще не могу. Нет, я еще люблю лесной, вот этот у нас есть, длинная которая. Ага, большой объем. Есть такая с лимоном, есть... Ну, я заказала маленький объем, потому что, ну, куда вам? Да, на двоих, на 3 недели хватает этой зубной пасты, еще остается. В общем, экстра свежесть Катюшки 22.45. Я не могу, у меня с нее щиплет язык, щеки, у меня все щиплет. Вот, а Катя от нее кайфует. Вот, это вообще просто. Дальше, мой любимый бальзам для блондинок обесцвеченных, артикул 27.11. Он очень классный, он идет под цвет серии, но он желтизну не нейтрализует, а это уже последний такой этап для нейтрализации желтизны получается. И мне очень нравится ухаживать за волосами, волосы такие классные, рассыпчатый, еще один тонер для лица, потому что я знаю, что мне не хватит. Очень красивый каталог следующий. Прям красота такая. Ого, какой крутой подарок у нас с вами будет, да? Это бальзам-ополаскиватель и... Суйон. Да, линеечка Суйон. Это наша корейская. Кать, ты же любишь все корейское. Я этим только посуду и мыла. Да? Да. Нет, это бальзам-ополаскиватель. Ну, из этой же серии. Это для белья. Там для ухода за поверхностями чистящие же. А, да. И биокапсулы для стирки. Биокапсулы для стирки. И капсулы им пользовалась. Да. Что у нас тут интересно новенького? Ой, победи, собачка. Где собачка? Вот, надо брать. Все, берем. Так, что у нас тут новенького будет, интересненького? Даже не знаю. Ну, каталог, конечно, мощный. Вначале будет обновленная линейка Гардерика, 40+, она идет. Получается, все-все-все будет обновлено. А я еще старую заказала, да? Ну, ладно. Вот такой каталожик. Дальше смотрим спрей. Гулять с этим спреем классно. Он очень сильно освежает лицо. У меня Викуся любит его. Артикул 0256. Так, чек. Чек. Вот такой вот огромный чек на сумму 17 тысяч. Экономно мы в этот раз. Да, очень у нас экономно получилось. Еще и подарков, да, 5 штук мыла вложили. Ничего себе, ничего себе. Также у нас кончился спрей-пятновыводитель у Викуси, поэтому мы взяли спрейчик с артикулом. 301.53. Тоже очень хорошо пятнышки все выводит, поэтому такой вот спрейчик. Далее Катюшкин опять-таки бальзам. Я говорила, что я ей много заказала. Так, артикул 0.1.94. Ну, потому что длинные волосы, они уже от середины секутся, если часто пользоваться резинками. И, конечно, вот эти все бальзамы, они сечение предотвращают, и волосы более ухоженные становятся. Поэтому бальзама много не бывает. Вот, значит, масочка анти-йеллоу. То есть сам шампунь я не стала брать, тяжело весит. А масочку взяла анти-йеллоу, а пару раз сделаю за 3 недели. Нормально справляется, желтизну убирает. 27.12. Прямо очень хорошо убирает желтизну. Вот она такая густая.
такой вот у нее цвет-оттенок. В общем, шикарно, она не течет, глаза уже, вот первый выпуск был, текла в глаза, сейчас уже ничего, все хорошо. Это моя очень любимая зубная паста, нежная, сладенькая, вкусненькая, ничего во рту не жжет, прям обожаю ее. Она у нас, получается, идет с прополисом, она идет как лечебная для десен, для всего, там, мало ли где-то что-то повреждено. Такой вот у нее желтый оттеночек, очень-очень такой приятный, да, и пенится она просто невероятно круто. У нее большой объем, и нам с папой как раз хватит. И артикул 20 тысяч. Да, артикул 20 тысяч. Далее, это моя умывалка, получается. Она тут очень сильно запакована, конечно. Сейчас будем с вами распаковывать. Видите, что-то приходит без упаковки, а что-то вот так вот прям упаковано, что вообще край. Очень, о, еще и тут запаковано, ну вы посмотрите, а. Зачем в двух местах паковать? Мне кажется, это уже излишне, да? Чем она мне нравится? Она густущая, она очень круто мне пенится. Мне кажется, это чтобы в дороге не повредилось. Да, видите, густущая, еле-еле, да, то есть она еле растекается и очень хорошо пенится, и хорошо очень очищает, и даже с первого раза снимает макияж. Артикул 0397, прям очень круто. Жемчужный крем для умывания, у него очень приятный аромат, я пока и умываюсь, я всегда кайфую, прям круто. Так, дальше крем для тела, пару штучек в два номера, чтобы кожа была красивая, чтобы не было фотостарения от солнышка. Так, этот у нас идет с артикулом 29-24, он идет на омега-жирных кислотах, очень классный, это мне. А это, получается, девочкам номер 100 мл, это универсальный крем для лица, рук и тела, но так как я для лица девочкам заказала, осталось только вот для рук и тела. Артикул 2608, он мне тоже очень нравится. Он нежный, легкий, классный, хорошо впитывается и не липнет. Ну, конечно, если не перебрать... Ой, как плохо открывается. Да, если не будет перебора, то он очень хорошо. Прямо вот наносите, буквально полторы минуты, и все, он впитался. И кожа такая нежная, клевая, увлажненная. Я прям кайфую с этого крема. И запах у него, знаете, такой? Никакой. То есть сразу же вышли из душа, и сразу же можно и парфюм, и все наносить. А вот у этого уже есть такой ароматик небольшой. И он такой, знаете, с желтинкой уже оттеночек. Но он тоже очень хорошо впитывается. Так, давайте вот так. То есть он очень хорошо тоже впитывается, очень хорошо кладется. И тоже от него эффект просто потрясающий. То есть выходишь, тело стянуло, да, вода везде разная. Тут грубоватая, кстати, вода в Москве. В Турции была получше водиться. Вот. И запах у него уже чувствуется такой яркой, сластинкой какой-то, вот знаете, чем-то таким тоже уходовым, да. То есть тут омега-3, 6, 7, 9 для кожи. Тоже против фотостарения, против всего очень хорошо подходит. Далее пару масочек взяла. Не стала много масок брать. Восстанавливающая маска с кератином. Моя любовь номер 2. Той маски просто не было. Так, артикул 8248. И вот такая Everstrong. Я взяла такой же бальзам, помните, да? Я еще, кстати, шампунь такой же серии люблю. Артикул 1882. Но если пользоваться такой маской, таким бальзамом, таким шампунем, то волосы потяжелее, чем нужно. И, конечно, я выбираю одно из этого. Дальше совсем чуть-чуть осталось. Крем 50+, себе заказала, доездилась. У меня где-то в каких-то местах отеки, в каких-то местах я уже побледнела, потому что ночные перелеты и так далее. Поэтому я заказала себе 50+, ночной крем Архитектор от Renovage. Артикул 6794. Очень его люблю. Он густой, насыщенный. Мне его хватит на всю шею и все декольте. Вот видите, какой кремушек приятный. Прям видите, густой. Да, запах у него тоже нежная такая сластинка. В общем, мне его хватит надолго, на все 3 недели. Дальше посмотрим вот эту красоту. Это очень крутая штука. В дорогу не пожалела, что взяла его. Сейчас тут зафольгированное место откроем. Вот такая красота. Видите, это у нас защитный праймер для лица. Perfection Primer. 30 мл. Perfection, наверное, да, Катя? Да, 30 мл. Вот какая у него идет защита. Да, то есть много очень видов защиты, конечно же, от солнца, от компьютера, от Wi-Fi излучения и так далее. Поэтому очень крутая вещь.
Мне нравится. Я его всегда с собой беру и всегда под макияж наношу. Видите, он водянится и разносится мгновенно. И все, его нет на руке. Он чуть-чуть с легким свечением таким есть, но это свечение просто даже пудрой легко так пшик-пшик и убрал. То есть свечение такое, ну, видите, еле-еле уловимое. Его практически нету, если вот так посмотреть. Дальше, значит, что мы посмотрим дальше? Это 3 бальзама кислородных обязательно. Очень жаль, что не было малофтилина в наличии. Я прям переживаю. Это 2 в номер, 1 мне пойдет. Во все кремы я его добавляю. Если сгорели, если еще что-то, кислородный бальзам. То есть в коробочке выкину, а это с собой возьму обязательно. Артикул 5806. В нем содержится 20% нашего Новофтема 2 запатентованного кислородного транспорта. Так, может быть, даже и лучше узнаете. Артикул у него идет 5806. Он у нас идет как с максимальным содержанием кислородного комплекса. Это универсальное средство для поддержания красоты и комфорта. И делает лицо увлажненным аж на целых 72 часа. Особенно хорошо его наносить молодым девушкам, чтобы сохранять молодость. Но также он убирает и воспаление, и все такое прочее. То есть очень достойный крем. Сейчас мы с вами его быстренько посмотрим. Да? То есть вот он такой голубоватый. Очень хорошо ухаживает за кожей. Просто великолепно. Видите, выдавливается много, поэтому осторожней. И запах у него такой приятный, такая свежесть, я бы так выразилась. Очень хороший такой запах, приятный просто. Мне нравится. Прямо сразу чувствую, свежесть такая пошла. Далее, это вот такое прекрасное молочко для умывания. Бироэл. Очень-очень его оценила. Расходую предыдущее, чтобы целиком перейти уже на это. То есть это этап, когда я умываюсь умывалкой, потом я умываюсь молочком. А после молочка я уже наношу уходовые средства и так далее. Да, понимаете? То есть такая вот вещь. Оно идет как омолаживающее. Оно идет для умывания и мягко, эффективно удаляет все загрязнения, излишки с жира, кремы, SPF, следы макияжа и так далее. В общем, и еще и плюс ко всему идет как ухаживающие, омолаживающие. Единственное, что мне не понравилось, то, что вот тут такая вот вещь, которую нужно открывать, закручивать, раскручивать. Лучше бы это было с каким-нибудь дозатором или с крышечкой, которую невозможно потерять. Вот, например, вот эту же крышечку невозможно потерять. Открыл, закрыл. Тут она как бы приделана на века, да? А тут не приделана на века. И у меня есть одна штука в ванной. Так оставила ее открытую, крышечку потеряли. В общем, но средство само по себе очень хорошее, да? То есть Бироэл линейка для меня — это очень крутая линейка. Далее, бальзам с пчелиным ядом я взяла и с аргинином 2 штуки. Аргинин — это воспаление, например, коленей, воспаление на лице, прыщики, да, там внутреннее воспаление колена, кукусы, в общем, это все от этого, так же, как, в принципе, кислородный бальзам. А вот, очень хорошая вещь, 1279, смазываем все, что болит. Вот все, что болит, неважно, на лице или на попе, или на ноге, да, то есть все, что хочется. Белый обычный крем, такой водянистый, тоже классный. Так, бальзам, растирка пчелиным ядом, это у меня спина. Наношу его в перемешку. Вот у меня закончилась, можно сказать, пустышка. Универсальный биорегулятор живой ткани, но у меня еще один с собой есть. Артикул 158.15. Вот я его в перемешку с бальзамом на ночь нанесла. И все, с утра просыпаюсь, спина как новая. Хотя со спиной у меня прям хорошие проблемы. Я вам рассказывала, что в 19 лет я несколько раз даже лежала в больнице. Я сорвала спину на макаронной фабрике, таская мешки по 50 кг в 19 лет. Поэтому вот 12.80 это то, что меня спасает. Спасает, просто вот боль снимает очень хорошо. Дальше гидрофильное масло. Тоже это снимать верхний слой косметики. Я его всегда с собой беру, когда хожу и делаю водостойкую косметику и так далее. Будем с Катюшей умываться. Думаю, что больше половины не израсходуем, но все равно взяла. Артикул 0844. Очень классное гидрофильное масло. Его наносите сверху на сухую накрашенную кожу лица. На глаза можно нанести, но глаза ни в коем случае не открывайте. И помассировать минуту-полторы. И получается очень классный эффект. У вас уже будет очень хорошо очищена кожа. И после него уже можно умываться. Только Бога ради, глаза не открывайте. Я вот открыла глаза, у меня одна линза испортилась. Артикул 0844. Но очень хорошо очищает. Прямо безумно классно. Это вообще, по идее, в Корее очищение номер один. Вот кореянки, которые ходят с невероятно гладкой кожей, они уже с 12, с 14 лет, когда начинаются возрастные изменения, без гидрофильного масла просто не представляют за собой уход. Сколько бы я роликов не смотрела, почему у кореянок такая кожа, это не только гены, это еще и мамы. Их с детства приучают к очень крутому уходу. То есть это первый слой умывания, самый первый. Дальше. 2 штучки одинаковых омолаживающих крема для шеи и декольте. Мне очень надо, потому что я очень люблю это дело. Ухаживать за шеей и декольте. Он стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, активирует клеточное обновление и повышает тургор кожи, и также дает
лифтинг-эффект. Очень крутое средство. Легкое такое, классное. Вот, если по чуть-чуть наносить, да, то тональный крем тоже хорошо лежит на нем сверху, то есть он идет как, можно сказать, основа под макияж для шеи. Тоже очень прикольная. SPF ничего тут нету, а просто очень хороший крем с очень хорошей подтяжкой. Так как он 50+, балуюсь им не часто, но и регулярно. Но сейчас из-за того, что я сбила все свои циркадные ритмы вообще полностью, я, конечно же, все-таки заказала себе 50+. Так, это у нас идет с пептидным комплексом, тоже Renovage, омолаживающий крем для шеи и декольте. Я не поняла. Так, у меня оказалось два омолаживающих крема для шеи и декольте. Новая и старая версия, но я думаю, они одинаково хороши. У новой версии 0783. Я немножко подзапуталась, представляете? Это новая. Давайте новую откроем. Я еще ни разу новую не смотрела, как оно сейчас выглядит. Поплотнее, слегка погуще, но такой же нежный и шелковистый, как и предыдущий. Плотность увеличена вообще микрограммочки. Вот. Ну и запах такой же остался, тоже очень приятно. А это у меня дневной крем, да, то есть поняли, ночной крем, дневной крем. Дневной крем идет в такой вот тубе, артикул 6778. Это комплексный уход за зрелой кожей для всех типов. Содержит восстанавливающий комплекс из 5 умных пептидов, которые работают во всех слоях кожи. И стимулируют выработку собственного коллагена, увлажняют и разглаживают кожу. И при регулярном использовании укрепляется и подтягивается овал лица. В общем, я вот эту штуку себе купила. Вот, Renovage, еще раз повторюсь, 50+, мне 40 ровно. Но вот я себе решила купить. Ну что ж, вот такой вот огромный заказ на 17 000 рублей. Все нужное и важное. Всем пока-пока, спасибо за внимание.